друзья мои, я вас всех приветствую. Мы находимся в Венеции, и здесь, говорят, очень сильно поднялась вода. Из-за того, что поднялась вода, надо покупать сапоги, аж за целых 15 евро. Вот, но мы попробуем как-нибудь без 15 евровых сапог прогуляться. Я вам хочу показать, каким чудесным образом сегодня выглядит Венеция. Если вы знаете, если вы смотрите внимательно Анзор ТВ, Венецию я вам уже когда-то показывал, но тогда времена были другие. Сейчас же у нас Венеция вот таким вот образом будет. В общем, красота, только дождь льет конкретный. Сейчас я, кстати, у меня же зонт есть, мне же зонт дали, я забыл. Никогда в жизни у меня зонта не было, а тут у меня зонт появился. Сказал, появился. Он как появился, так сразу и развалился. Так, секунду, друзья. Так, что ж, пойдем посмотрим, что у нас по райончику. Сейчас в первую очередь надо попробовать будет где-нибудь камеру зарядить. Также немножко прогуляемся. Давайте в эту сторону, по набережной пройдемся. Кстати, обратите внимание, у всех сапоги, у всех. Я не думаю, что они всех за 15 евро покупали, но факт в том, что они у всех есть. Я уже это заметил. Вот вода, сказали, поднялась. И при том вода будет еще подниматься и подниматься. Вон этот главный мост. Я помню этот мост, когда я в прошлый раз сюда ночью прибыл. Кстати, я так на самом ночью здесь так и остался. Я не смог никуда ничего найти, ни жилье, ни заселиться. До утра проходил. У меня была венецианская ночь. И самое сложное, я помню, тогда было, так как я первый раз был в Венеции, то, что я приехал и ничего не мог понять, где машины, а машин-то нет.